Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту ProxyWeb. Кто не знает, мы устанавливаем на компьютер или на ПК приложение. Вот такое вот оно вот здесь вот у меня. И нам на полном пассиве капает денежка. У меня очередной вывод. Значит, для тех, сейчас поясню немножечко. У меня на канале есть видео несколько. Кому интересно, можете поискать и посмотреть. Значит, ну вот это вот наша статистика. Значит, здесь вот у нас выплаты. Вот я заказывала выплату. На WebMoney платит. 169.34. Мне денежка пришла. Сейчас покажу. Вот 169.33. Копейку сняли. Вот. Так что проект платит. Все замечательно. Далее что? Вот здесь у нас партнерская программа. Находится партнерская ссылочка. Далее. Здесь обратите внимание. Вопросы-ответы. Обязательно прочтите по поводу вывода. Потому что вывод производится только по средам. Если вы хотите заказать в среду вывод, то нужно заказывать во вторник до 24.00 по Москве, чтобы приняли вашу заявку. Потом они ее обрабатывают, и уже денежка поступает на кошелек. Вот так. Когда производятся выплаты? Выплаты денежных средств каждую среду по предварительно оформленной заявке. Вот. Так. Вот. Каждую среду производятся выплаты по заявкам, зарегистрированным до 23, вот, не 24, оговорилось, а 23.00 по московскому времени вторника. Так что заранее надо заказывать выплату, чтобы денежка вывелась. Если вы в среду закажете, то будете ждать следующей среды. Вот. Так, ну здесь настройки. Значит, вот у меня на WebMoney. Здесь Kiwi и сотовый оператор. Вводите кошельки, сохраняете и все. Ну, а здесь вот скачать приложение. Приложение скачиваете, компьютер не тянет. Я вообще его не замечаю. Я только очень редко вот на галочку здесь нажимаю, включаю, смотрю, проверяю баланс. Все. Больше ничего. И когда уже захочу вывести... А, минимальная сумма 100 рублей. И когда захочу вот вывести, тогда уже захожу вот сюда в кабинет и вывожу денежку. Ну что, кому интересно, присоединяемся. Ни реклам нет, никаких... Компьютер не тянет, вирусов нет, ничего нет. Я знаю, что у многих людей стоит этот ProxyWeb, и все работают, все довольны. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!